Научиться правильно говорить и аргументированно доказывать свою точку зрения в споре и просто красноречиво излагать свои мысли. Вот зачем приходят люди на мастер-класс по ораторскому искусству про ораторство. Тем более, что поучаствовать в нем совершенно бесплатно могут все, кто только захочет. Услышала я от соцсетей, благодаря соцсетям, вот. На самом деле, давно было в планах посетить ораторские курсы, мастерство. Ожидала, знаете, наверное, набраться опыта, умение красиво говорить. И мне кажется, что каждый человек должен уметь это. Международный научно-культурный проект по искусству ведения переговоров и дебатов, публичных выступлений в мультикультурной среде стартовал в Карачаево-Черкесии в октябре прошлого года. Состоял он из нескольких этапов, а финалом про ораторство стала большая обучающая школа ораторского искусства, прошедшая в Архызе. В рамках того же мероприятия был создан Международный союз ораторов, который в этом году проводит в СКФО тренинги по ораторскому искусству и умению вести дебаты. Цель всех этих мероприятий проста – научить людей правильно излагать свои мысли. Во-первых, благодаря этой встрече идет сотрудничество между несколькими регионами, потому что площадка проводится в Карачаево-Черкесской республике, но в содействии со Ставропольским краем, потому что ряд экспертов приехали со Ставропольского края, и именно члены Международного союза ораторов со Ставропольского края будут проводить различные тренинговые площадки и проводить именно формат дебатов. Да? То есть мы хотим и наладить взаимоотношения между регионами, и показать молодежи, что есть различные способы аргументировать свою позицию, способы доказывать свою точку зрения, и попытаемся обучить, как доказать свою точку зрения, можно сказать, без подготовки. Да? То есть как выступать, как выражать свои мысли, эмоции, чувства в диалоговом, конструктивном формате и как быть услышанным. Сам мастер-класс состоял из нескольких частей. Для начала ребятам объяснили, где зародилось ораторское искусство, а затем объяснили техники его использования. Овладев которыми, участники мастер-класса всегда и везде смогут находить общий язык и грамотно отстаивать свою точку зрения. Если у человека есть в планах в будущем выступать, участвовать в каких-то мероприятиях публичных, то ему необходимо, конечно, получить навыки ораторского мастерства, искусство ведения дебатов и переговоров. Ну, в нашей многонациональной республике это, я думаю, очень важно, потому что нужно понимать друг друга, уважать и вести диалог в конструктивном русле. Поддержку проекту про ораторство оказало и правительство Карачаево-Черкесии в лице Министерства туризма, курортов и молодежной политики. Речь веду о том, что в данном случае в первую очередь как и правительство Карачаево-Черкесии, так и Министерство туризма ставит перед собой задачу развития человеческого капитала, потому что население Карачаево-Черкесии – это все для нашей республики. И в зависимости от их уровня развития, в зависимости от их успешной самореализации в профессиональной деятельности, в первую очередь молодежи, зависит и уровень, и динамика социально-экономического развития субъекта. Если в этот раз вы не успели попасть на проект про ораторство, не расстраивайтесь. Уже в мае он состоится снова, но уже на территории поселка Архыз. Каплан Барлаков, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.